Знаете, чем отличается официальный дилер от неофициального? Ну, тем же самым, чем оригинальная передача, вот неоригинальный. Ну, себя любимым хвалить не будем, похвалим Уралавто. Знаете, почему похвалим? Потому что вот они-то официальные дилеры. Знаете почему? Потому что они вложили 150 тысяч долларов в оборудование, строят сервис, купили автомобили, и они есть в наличии, причем практически во всех комплектациях есть, кстати, и тест-драйв. Что за автомобили? Автомобили SsangYong Rexton. Почему у меня сегодня столько много оптимизма? Сначала SsangYong Rexton вызвал у меня некоторое недоумение своим таким несколько задумчивым видом. Но потом я понял, почему он задумался. Потому что у него рама, и он задумывает превратить любое отечественное бездорожье в поле для своих маневров. Почему? Потому что, ну, разумеется, здесь полный привод. Мы едем на практически базовые комплектации, точнее, базовые комплектации — это механки, так любимые россиянами. А здесь двигатель 2.3 и стоимость, ну, 32 тысячи. И вообще он колеблется от 30 до, ну, 42-43, ну, это вообще супер-мупер, разумеется, на всем. Что здесь меня еще особенно порадовало? Вроде бы вот такой двигатель, который не должен вызывать амбиции быстрого автомобиля, а вот и нет. Может он и быстро ехать. Ну, и преимущество рамы — это отдельная песня. Преимущество автомобиля в стиле от Mercedes. Почему в стиле от Mercedes? Потому что двигатель здесь от Mercedes, производится по лицензии, и коробка от Mercedes, о чем говорит эта ручка. Что касается внутреннего оборудования, то корейский Mercedes соответствующим образом и оборудован. Ну и не надо забывать о том, что все-таки это утилитарное транспортное средство. Сколько здесь всяких вещей, ну, вы знаете. Только два подглазочника. Есть и для пассажира, два подстаканника, есть место и для банкнот, и для карт оплаты. В общем, максимум удовольствия за абсолютно небольшие деньги. А вот тот вариант, который на механке стоит, мы с Максом задумались и решили, что если когда-нибудь у автостопа появится должный спонсор, или когда-нибудь от нас отстанут, то мы себе на такой автомобиль заработаем. Тем более рамный автомобиль Mercedes, мечта поэта. В стиле от SsangYong Rexton. Все тут обзывали SsangYong Mercedes'ом, Mercedes SsangYong, я уже совсем запутался. Хотя с другой стороны, хотя сначала я был не согласен с тем, что SsangYong — это Mercedes. Ну, это корейский джип, очень хорошо собранный. Причем собранный, кстати, в России, на заводе Северсталь Авто. Но как только я сел в салон и услышал хлопок дверцы, я понял, это все-таки Mercedes. Потому что хлопок настолько приятный, что похоже, что именно над вот этим звуком инженеры тоже поработали достаточно долго. Что касается самой машины, несмотря на то, что она кажется с виду изначально достаточно каким-то узким и высоким аппаратом, на самом деле здесь очень комфортно и широко. И даже удобно снимать. Это вот, кстати, основной критерий авторов автостопа. Если удобно снимать машину, значит, машина хорошая. И SsangYong действительно хорошая машина. Кто-то скажет, что вот двигатель 2.3, он слабоват для автомата. Я не соглашусь. Вот так вот спокойно ехать или немножко газку дать. Вполне отзывчивая машина. Вполне адекватный автомобиль. С очень хорошими реакциями. И при этом он очень экономичный. Потому что двигатель, опять же, 2.3. И в заключение хотелось бы сказать о том, что Уралавто, к тому же, может привести вам не только SsangYong Rexton, но и, допустим, SsangYong Musa Sports. Это такой пикапчик. Машинка тоже очень интересная. Да и SsangYong'ов любых, вот, можно, допустим, опять же, Mercedes привести. То есть SsangYong Chairman, тот самый 600-й в 140-м кузове. Очень хорошая машина. И что еще касаемо Rexton, здесь очень для меня хороший клиренс. Потому что я все время помню о том, что у меня есть домик в деревне. И еще по скрипту.
Ssangyong Grandson оборудуется полным приводом, но разными типами этого полного привода. Вот мы сейчас едем на полном приводе, где задние ведущие подключаемые передние. Причем можно и жестко мост подключить. Муфты есть. Но есть еще модификация Ssangyong с постоянным полным приводом и с межосевым дифференциалом, тоже блокируемым.